Итак, на стол мне попал Philips Xenium E103. Попал он мне, потому что понадобился MP3 плеер, да, грубо говоря. Самое не смешное заключается, что аналогичный филипсовский MP3 плеер стоит почти в 1,5 раза дороже. Да, ну вот, вот такой вот у нас маленький телефончик. И давайте посмотрим, что же у нас есть внутри. Так, внутри у нас есть сам телефон в красном свете. Так, это у нас чек. Зарядное устройство. Соответствующий кабель. Так, и поехали дальше. Гарантийные наклейки. Гарантия от фирмы Philips, какой-то, блин, бумажкой. Инструкция по использованию. И что-то там. Ну, короче, куча всего. Как вы видите, в комплект у нас входит масса полезных вещей, включая сам наш телефон. Ну а теперь давайте прогуляемся по меню телефона и посмотрим, что же у нас тут такое есть. Кстати, я отмечу, что телефон, кроме всего прочего, оснащен еще и камерой. Ну, предварительные ощущения. Довольно прочный, несмотря на пластик. В руке лежит приятно. Жукается тоже хорошо. Не знаю. Так, кнопочка. Тоже кнопочки. Резиновая клавиатура с соответствующими выемками. Ну, грубо говоря, так вроде внешне пока все нравится. Так, включаем. Включился быстро и без проблем. Так, симки у нас не вставлены, это хорошо видно, он там отсутствует. Это у нас двухсимочный телефон. Так, звук выключен, батарея заряжена полностью. Вот и сразу включилась блокировка. То есть для включения автоблокировки у нас на включение автоблокировки уходит где-то секунд 5. Так, снимаем автоблокировку и поехали по меню. Меню. Так, у нас есть органайзер, будильник, календарь, калькулятор, фонарик. Странно, что фонарик попал в органайзер. О, фонарик работает. Выключили фонарик. Калькулятор примитивный, но основные функции есть. Календарь стандартный. Будильник. Есть возможность установить сразу 5 будильников. Ага. Я так понимаю, максимум 5 будильников, которые можно установить. Если кого-то не устраивает, то, конечно, тут у нас уже проблема. Дальше. Вызовы. Вызовы, настройки. Окей. Окей. Черный список, автонабор, напоминание, режим ответа, автозапись. Отлично. Все базовые функции телефона есть. То есть мы можем даже записывать данные. С учетом того, что данная модель поддерживает до 32 гиг информации, записать телефонных звонков вы можете море. Дальше. Я так понимаю, это у нас какие-то мультимедийные приложения. Так, галерея. В галерее у нас пусто, мы ничего не снимали. Видеокамера. Видеокамера. Ого, мы можем даже видео снимать при помощи данного устройства. Так, смотрим на опции. Ага, настройки видео. Настройки видео. 60 Гц, 50 Гц, 60, все. Назад. Качество видео. Среднее, хорошее, высокое для обмена. Так, высокое. Назад. Опции память, телефон и карта памяти. Ну, на карту памяти мы можем море чего записать. Так, сброс настроек, понятно.
Видеоплеер. Ого, файлов нету. Тут еще и видео можно просматривать, если у вас нету. Дальше. Диктофон. А не аудиоплеер. Ага. Вот эта штучка, ну я не знаю. Слышно, наверное, хорошо. С учетом того, что я записываю музыку в помещении, ну, то может быть звук более громкий, может на улице он был бы более тихим. Но все равно, извините меня, довольно громко. Так, диктофон. Диктофон мы можем записывать разговоры. Понятно. Тоже можно выбирать наверняка, куда записывать. FM-радио. Ага, FM-радио, как и во всех остальных устройствах, не работает без подключенной гарнитуры. Дальше. Камера. Так. Очень оригинально. Камера у нас... А. Видео, галерея, настройки. Настройки изображения, память, сброс настроек. Настройка камеры, сюжетный режим, баланс белого. Ну, короче, тут есть и ручные, и такие настройки. Насколько качественно снимает камера, проверять не будем. Не для этого покупались смс-ки. Входящие и исходящие сообщения, черновики и все остальное. Файловая система, телефон, карта памяти. Так, телефон. Ага, в телефон мы зайти не можем. Дальше это у нас меню сим-карт. К сожалению, сим-карты отсутствуют, поэтому мы не зайти не сможем. Так, есть папа. Отлично. Настройки. Профиль, настройка SIM, телефон, безопасность, сброс настроек. Ну, короче, все базовые функции, характерные для кнопочного телефона, здесь есть. Играет довольно громко. Батарея фактически целая. От себя могу сказать, что я этим телефоном уже немножко попользовался. И фактически, слушая музыку и радио, он у меня проработал без дополнительной зарядки в течение 5 дней. То есть 5 дней это там по 2-3 часа слушания музыки во время тренировок и использование его фактически в режиме MP3 плеера. Поскольку симки не были вставлены на это тоже, ну, я так понимаю, не расходовался заряд батареи, к интернету не подключались. В основном он использовался как радиоприемник и MP3 плеер. Поэтому вполне возможно он будет садиться дня за 4 при вставленной симке. В плане звонков он использовался, опять же, с двумя симками. Как вы видели, у меня вот здесь вот имена есть. Папа, да, это мой номер телефона. Я этот телефон давал сыну. Телефон зарекомендовал себя хорошо и на прием, и на передачу. Слышно было великолепно и мне, как человеку, который звонил, ну и моему ребенку, как человеку, который принимал звонок. Кроме этого, ребенок мне перезванивал, то есть он работает в обе стороны, и звонить пришлось, как ни странно, на две симки, потому что на одной закончились деньги, и Киевстар и Лайф в этом телефоне показали себя вполне нормально. Так что нормальная вещь, нормально можно пользоваться. Кого заинтересовало, покупайте. Все, спасибо.